Добрый день. I have question. Small question. Yeah. In commentary to the verse 16 of Shri Vilapa Kusumanjali, yeah, it's written about five kinds of sakhi. Sakhi, priya sakhi, nitya sakhi, karma sakhi, priya narma sakhi. And you explained to us what nitya sakhi and narma sakhi is manjari, and narma sakhi is kinkari. My question is, by Swarupa, someone manjari, someone kinkari. It's correct understanding. Mm-hmm. And in this case, what kind of manjari bhava brought Rupa Raghunath kinkari? Depend upon the nature of person. Mm-hmm. Kinkaris are kinkari, what I do. Kinkoriam means what I do. What I do, the kinkari say. Always they are only thinking for Radhika service. And я задал вопрос Шри Гурудеву, говорю, что в Шри Шри Вилапа Кусуманджали в 16 стихе в комментарии написано о пяти видах сакхи, подруг Шримати Радхики. Это сакхи, прия сакхи, нитя сакхи, нарма сакхи, прия нарма сакхи. И Шрила Гурудев нам объяснил, что нитя сакхи и нарма сакхи — это манджари. Из этих двух видов манджари нарма сакхи — это кинкари. Они they are adhik sneha of Radhika. They only think for Radhika. They never dream even the Krishna. Шрила Гурудев сейчас добавляет, вот эти вот две категории подруг Шримати Радхики, нитя сакхи и нарма сакхи, они рада адик снеха, то есть они всегда сосредоточены на чувствах Шримати Радхики, они даже во сне не желают встречаться с Кришной. That they cannot be a manjari if they think for Krishna, talk for Krishna. То есть личность не может быть манджари, если она увлечена Кришной и говорит о Кришне. And Krishna is coming in a dream and thinking they cannot be a manjari. То есть если они даже во сне мечтают о Кришне, говорят с ним, это означает, что они не могут быть манджари. Манджари, they are нарма-сакхи and нитья-сакхи. Манджари из этих пяти категорий — это нарма-сакхи и нитья-сакхи. Нарма — soft. Нарма, Шрила Гурудев объясняет, это означает мягкие, нежные. And нитья — means always together. А нитья означает всегда вместе. Нитья. Means together with Radha. Always thinking one point. То есть not here, there, material thing, this, that. Then is a mandiri. Нитья. Always one point. Нитья, Шрила Гурудев говорит, означает, что они всегда сосредоточены на Радике. Они никогда не в своих мыслях не покидают ее. Всегда вместе с ней. Вот что означает нитья сакхи. То есть манджари. I want to translate what you told about kinkari. Также Шрила Гурудев объяснил, кто такие кинкари. Это означает кинкароми. Что делать? Они всегда сосредоточены на служении Шримати Радхике. Они всегда живут ее желаниями. Всегда сосредоточены на ней. Кинкари means what I do. Кинкари означает, что я делаю. Always they have one-pointed desire for what I do. Они всегда однонаправлены на радугу в том, что они делают. Рупан Рагхунат Госвами, they are practicing them. И Рупа, Рагхунатха, они практикуют именно это такое служение. And they are the pioneer of this bhava. Mm-hmm. И они пионеры этого настроения, этой бхавы. And Sanatana Goswami. И также Санатана Госвами. Я также у Шрилы Гурудева спросил, а какую манджари бхаву принес Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи? Это же зависит от сварупы, кто нитья сакхи, а кто нарма сакхи. Шрила Гурудев сказал, это да, это зависит от сварупы. Висам Санеха. Means only he has a Krishna devotion.
Вишам снег означает... Вишам. Вишам означает, что это гопи, которые сосредоточены на Кришне. Кришна адик снег. And who is Krishna Diksaneha? They can be a gopi or sakhi. They cannot be a mandiri. И те, кто Кришна Адикснеха, то есть чье сердце привязано к Кришне больше, чем к Радхе, они не могут, они могут быть гопи, либо подругами Шримати Радхики, но не могут быть манджари. Krishna means he is a creator of all universe and he wants many things in their life. They are Krishna devotees. Кришна, он творец всего мира, и ему нужно все, и его преданные такие же. Dear devotees, please ask your question. Дорогие преданные, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Раде, раде. Раде. Я хотела спросить, что у манджари есть разные тела. И я хотела по этому поводу узнать, что как-то связано тело манджари с состоянием Радхарани, то есть когда у манджари какой-то белый цвет тела, возможно, это когда Радхарани, например, испугалась, ну и побледнела, например. Поэтому манджари своим телом, своим телом дает как бы воспоминания о том, что это, ну, произошел вот этот испуг, вот это какая-то лила. Или у манджари, например, розовое тело. Это значит, что, ну, когда-то Радхарани, например, покраснела от смущения. Я понял. Mm-hmm. Anandamaya is asking about the body of Manjari. They Swarupa, they are, how to say, expansion of particular mood and situation, Srimati Radhika's situation, Srimati Radhika's mood. For example, one time Srimati Radhika became pinko by her mood, and one Manjari became pinko. Actually, first thing we have to know, this Raga Bhakti, Rupanuka Sadhana, is a mental religion. Прежде всего, нужно понять, что эта линия, это Рагануга Бхакти, это линия Рупы Рагунати, это ментальная религия. It's funny, да? Is it funny? Это смешно? Ментальная религия. Ментальная религия, то есть это она основана на деятельности ума. But is right also. Но это также правда, да, правильно. Where is my mind? I'm living there. Потому что там, где мой ум, там я живу. You are living in Rasa, but if your mind in Vrindavan, and you are living in Vrindavan. Например, вы в России, поэтому вы живете в России, ваш ум там. Я живу в Вриндаване, мой ум в Вриндаване. And when you come to Vrindavan and you live in Russia, you will live. Your body is here, but your heart is there. Например, если вы приедете в Вриндаван, но ваш ум будет по-прежнему в России, то ваше лишь тело будет в Вриндаване, а вы по-прежнему будете жить в России. So, what is meaning of mental religion? Is it divine? Что? It's not like us physical plastic body. То есть, что означает вот эта ментальная религия? Is a plastic body, no material body is there. Divine means Radha Mohan. Divine means divine. Divine means not material. То есть это божественно, то есть означает нематериально. Вот мое тело, оно физическое, оно, как говорит Шрила Гурудева, говорит, пластиковое. It's not a physical action out there. То есть
там нет физической деятельности. If you think from your body, then you will not understand. И если думать о лилах Радхимофана с позиции телесного сознания, то есть с точки зрения тела, то это непонятно будет. If you want to use your mind one-pointed, some subject will clear to you. Но если использовать ум сосредоточенно на этом вопросе, тогда значит, эта тема начнет проясняться. But our block are very blocked. Chitta is a blocked. Но наше чита, наше сердце, оно заблокировано. Есть препятствия. Because we calculate everything with my physical body. Потому что мы на все смотрим с точки зрения координат телесного сознания, то есть тела, физического тела. And when I want to see that is my blockage. И когда я пытаюсь так смотреть на божественные игры с, телесного, с точки зрения телесного сознания, это есть мое препятствие внутреннее. I listen some pastime, and I want to do that pastime in my material body with someone. This desire is growing, then you become more sadhya. This is sadhya. Because this is mental religion. It's a divine religion. You have to pure your mind and pure your heart with thinking this divinity. То есть, если я слушаю какую-то лилу, а потом пытаюсь применить ее в своей жизни здесь с кем-то на телесном уровне, то вот это есть сахаджия, то есть подражание божественному. Но у них божественные там, и тела божественные, а здесь материальные. Then this mistake abroad, it will block my spiritual life. И вот эта вот ошибка, это аппарата, оскорбление, останавливает меня на моем духовном пути. So this is mentally purity to develop, and the blockage in my heart has to open. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы очистить свое сознание, свой ум, чтобы освободить свой путь. Even my mind becomes think, material thing become very dirty. Если мой ум думает о материальном, то он становится оскверненным. That mind has to be pure also. Тогда этот ум также надо очистить. By thinking and meditating, Radha, mind becomes pure. And when we practice, then we have to chanting can make pure to my heart. Without chanting, no way out. Who not chant means he don't want to block his blockage. He don't want to remove. И это означает, что как освободить ум от оскорнений, то есть от влияния материи, нужно думать о Радхе, медитировать на Шримати Радхе, на служении ей. And when my blockage is not removed, I will never develop. Вот. И без такого очищения ума невозможно двигаться по этому пути. Это будет препятствие, будет внутреннее препятствие. I see 10 years, 20 years the practice not chanting. И я вижу, как преданный повторяет. И это делается, вот это вот, очищение совершается медитация на Шримати Радхе во время повторения святого имени. Без повторения святого имени, без регулярного повторения святого имени, это не произойдет. Вот. И я вижу, как преданные вроде как занимаются духовной практикой 20-30 лет, 10-20-30 лет, но они сдвигаются с места. And somebody in one year, two years they practice, and they are very deep in chanting. Но есть те, которые повторяют всего лишь один, два, три года, но глубже уходят в повторение святого имени. Why? Почему? They understand. Without, if the blockage is there, I cannot chant. Потому что не понимают, пока это препятствие внутри есть, они не смогут двигаться. One day one person can. Однажды пришел один человек. He says, too loud. Name is too loud.
И он пожаловался на то, что здесь звучит в Мунгер-Мандире слишком громко, что твое имя звучит. Я ему ответил, что для меня оно не слишком громко звучит. Он сказал, для меня громко. Then I said, why is loud for you? А я спросил, а почему для вас это громко? If you have some girlfriend and I'll name somebody repeat you, if you will be feel loud or you will like to listen more and more. Например, если у вас есть подружка, ваша любимая, и вы слышите, что кто-то произносит ее имя. Вы хотите услышать это снова и снова. Для вас это будет слишком громко. Вы захотите слушать еще раз и еще раз. Because you are loving that name, you like to know more, and it's not louder to you. Потому что вы любите эту личность, эту свою девушку, и любите ее имя, и хотите слушать еще и еще. It's also the name, huh? It's music. It's louder, it becomes music. Такое имя звучит как музыка. Для любящего человека. And when there is no love, it's a noise. А когда нет любви, тогда это просто шум. Right. Громкий шум, который беспокоит. So why not we chant? Because this is noisy to me. Почему кто-то не повторяет? Потому что для меня это просто шум, беспокоящий шум. Because I love something else. Потому что я люблю что-то еще или кого-то еще. This is the problem. Вот в чем проблема. One day I'm listening the class, Buddha Baba is telling. He say, our love is scattered many places. Однажды наш Удава Баба говорил на своей лекции о том, как любовь, она повсюду распространяется, как волнами растекается. And when it become one-pointed. И когда она становится однонаправленной, for radica, она направлена на радику, that is the quintessence. Тогда это называется квинтэссенция. Now, this is Italian words. It's not Italian. It's Latin. Latin. So it's a Latin. Это слово латинское. What is meaning of quintessence? Что означает quintessence? Сундара. Essence in Italian we say the best of the best. На итальянском у них это означает самое лучшее из всего лучшего. So we are not one pointed ness, then best of the best we cannot become. То есть пока мы не станем сосредоточенными на своей цели, мы не получим то лучшее. Самое лучшее из лучшего. Why? Because my love is. Spread in different directions. Потому что моя любовь сейчас, она волнами расходится повсюду. То есть она направлена на множество объектов. And other directions, all is a material. А все остальные направления, то есть куда направлены, они материальны. Out of the Radha Mohan, all is scattered. То есть любая любовь направлена не на Радха Мохана, это вот такая вот широко направленная, множество объектов. То есть ослабленная, не сосредоточенная. We're not moving for quintessence. То есть получается, что мы не двигаемся к квинтэссенции. Right? Сундарам? Как ведь Сундарам? And who move for the quintessence?
А те, кто двигаются к квинтэссенции, это манджари. Они манджари. And кинкари. И кинкари. What is the name you said? Нитья-саки, нарма-саки. Yeah. Yeah. We can say this name also. Нитья-саки. Нитья means understand. Нитья, помните, да? Only remember the words not. Always there. In quintessence. То есть они всегда, нить означает всегда, непрерывно, с квинтэссенцией. They have no other business. У них нет других дел. They cannot do other subjects. Они не могут заниматься другими делами, их не интересуют другие дела. They cannot do. Они не могут. Нитья. One pointer. Нитья. For quintessence. Постоянно сосредоточены на квинтэссенции. And second? Нарма-саки. Нарма is very soft. А нарма означает очень нежно. No ego is there. Нет эго, нет ложного эго. Softest. Самый мягкий, самый нежный. Always in the mood of service. Всегда в настроении служения. Always kind to all living entities. Всегда добры ко всем живым существам. Always in the center of Radhika. Всегда прибежище, кусток Шримати Радхики. Anitya Sakhi means always like a shadow living with Radhika. Anitya Sakhi означает всегда как тень, живут рядом с Радхикой. Out, not thinking out of that. И не думает за пределами, right? Ни о чем. This is the quintessence. Вот это означает квинтэссенция. In what language? Latin. Латинское слово. Что? Если спрашиваешь, то есть, если что-то говоришь громче, чтобы я мог услышать, перевести. Хорошо. Городев, скажите, пожалуйста, если я хочу быть в чем-то похожей на Радхарани, является ли это сахаджи? Ну, например, я хочу научиться красиво танцевать. Я же знаю, что Рада — источник всех искусств, танцев, и я хочу вот красиво танцевать, хочу рисовать красиво. If I want to be to some extent similar to Srimati Radhika. For example, I know how Srimati Radhika beautifully dances. If I want to learn how to dance, is it bad or good? What? Is it sahaji? Nobody can become like a Radha. Никто не может быть как Рада. But we can be a friend of her. Nobody can become like you. Но мы можем стать ее друзьями, подругами. Например, так же, как никто не может быть таким же, как ты. They can be your friend. Они могут стать твоими друзьями, какие-то другие личности. Are your servant. Или слугами. So similarly, nobody can become like Radha. Точно так же никто не может быть Радхой. And nobody can become dream like a Radha. Даже мечтать о том, чтобы стать Радхой. Who do this, or who want to become like a Krishna, they are sahajiyas. Также это все равно, как думать стать Кришной. Это сахаджия. But they can be a friend
they can be servants. Они могут быть друзьями, могут быть слугами. Шрила Гурудев, I think she understands this. Вот, she couldn't be Radha. It's very clear. But she's asking if she wants to dance nicely, because it's reminding her Radha. It's not Sahaja or Sahaja. You can become, try to learn dancing. First, if you want to dance like her, impossible. Да, ты можешь учиться танцевать, но научиться танцевать в точности как Радха — это невозможно. But you can learn dancing, because dancing Gopi Sakhi want to dance like her, not they can do. Да, ты можешь учиться тому, как танцевать. Например, Сакхи, они тоже танцуют, но они не танцуют в точности как Радха. Они не могут так. Little Sakhi, they are living always with Radhika. They cannot do that. They cannot attract Krishna. Nitya Sakhi, то есть Манджари, который всегда жил... Манджари, not Nitya. Nitya Sakhi. Nitya Sakhi is Lalita, Vishakha, Champakalata, Chitra. They are Nitya Sakhi. They are always together with them. Nitya Sakhi, который... not Priyanarma Sakhi. Nitya Sakhi. I say you Nitya, they are Nitya Sakhi. То есть, Narayan Maharaj only give the words and confuse people. So, Nitya Sakhi, you read the one book of Narayan Maharaj, they are Nitya Sakhi. They are Lalita Vishakha. То есть Нитя Сакхи, те, кто постоянно с Шримати Радикой, это Лалита Вишака, ее подруги. Читра Чампакасту Nitya Sakhis, то есть, they are always living with Radha Rani. Ашта Сакхи, восемь ближайших подруг Шримати Радхи, они всегда живут с ней, они всегда рядом с ней. Gopi, who is the Gopi? 15,000 year tapa in Rama avatar, rishis are doing, and they want to be close to Ramachandra. Then Ramachandra reject this Rishi Muni, they become Gopi. Then Ramachandra say, when I will take the Krishna Leela Purushottam, then we will accept you as my Gopi. So this 15,000 year tapa, after that they become Gopi. Gopi. How we cannot be a Gopi even? Например, вот Гопи были такие мудрецы, Дандакарани, Риши, в Рама-Лили. Они совершали аскезы, тапу, 15 тысяч лет, чтобы быть вместе с Рамой. Но когда Рама пришел к ним, и они высказали свое желание, он сказал, нет, вы не можете быть со мной. Но вот когда я явлюсь как Лила Пурушоттам, Шри Кришна, тогда вы станете Гопи, вы будете со мной. И они стали Гопи. Вот, то есть мы даже не можем стать Гопи, потому что мы не можем совершить такую аскезу. In India, the Gopi, they become Gopi. Gopi means Krishna attraction. Гопи — это те, кто привлечены Кришной. Sakhi, Nitya Sakhi. They are Radha, Dasi, but they want Krishna also. Nitya Sakhi — это Radha Dasi, то есть служанки Радхи, но они также хотят общаться с Кришной. This is Narma Sakhi and Narma Sakhi and what they are Manjaris and Kinkiri. I know this word. I don't know other word. То есть есть Манджари, есть Кинкири. It's very clear. It makes clear to my vision. I don't know other. But I know that Narayan Maharaj mentioned in one book Nitya Sakhi, Asakhi is Nitya Sakhi. Ну я знаю, что в одной книге Шрила Нарайана Махарадж написал, что Нитья Сакхи — это Лалита, Вишака и восемь ближайших. Ашта Сакхи. But they all want Krishna. Они все хотят Кришну. Nobody wants Radhika. А никто из них не хочет Радхи. This is after Mahaprabhu. Mahaprabhu realized himself and give to the Rupa and the
И Махапрабху сам реализовал и дал это рупе Рагунатхи. And Sanatan Goswami is the senior most because this is only happened when there is a relation with the Radha Mohan. If there is no relation, and I am studying for material relationship, it never happened. А Санатан Госвами является самым старшим среди них. Почему? Потому что он ачарья самбанги, отношений. Без отношений с Радха Моханом ничего не случится. Если еще только материальные отношения, то ничего не произойдет. If I have a scattered love, why they will accept? Если моя любовь, она расписана на множество объектов вокруг, то, чего им принимать меня? То есть Радха Моханом. This is a scattered love. I want some sense enjoyment. Physical love is a what is it? A scattered love. Different place I'm searching. То есть, если я ищу любовь в этом мире, чувство наслаждения и, соответственно, объекты чувств, то тогда такая любовь, она вот такая вот рассеянная, слабая. So we have to be quintessent, we have to be one-pointed. To be a Radha Das. Поэтому мы должны быть quintessence, то есть сосредоточены на служении Шримати Радхе, Радха Дас. And we have to learn because she do, I also try to learn that to be. Она так поступает, поэтому я учусь у нее, чтобы учиться этому. This feeling has. То есть должно быть такое чувство. And all India. И вся Индия. All the dance is for Radha Krishna. Все танцы для Радха Кришны. All the dance. Все. All Indian dance based on Radha Krishna dance. То есть все танцы в Индии, они все основаны на танцах для Радхи Кришны. No other dance. Никаких других танцев нет. One person so sometime Radha Bhav and Krishna Bhav. One person, there are not two persons are dancing. Mm-hmm. One person can show you Radharani is feeling and Krishna is feeling. То есть один человек через танец может показать чувство Радхарани, чувство Кришны. Because this dance comes from them. Потому что эти танцы пришли от них из духовного мира. Из игры Радхи Кришны. All based on Radha Krishna dance. То есть это все основано на их танце. I don't know the Western dance. Я не знаю насчет западных танцев. I have no idea. У меня нет представления об этом. Thank you so much. И еще вопросы, дорогие преданные. Мог очень сделать его отвис. Кто-то что-то пытается сказать, плохо слышно. А сейчас слышно? Вот сейчас слышно. Ага. Я хотела свои два вопроса задать. А вопрос Чехо. Номер один. Первый. Пес очень. Да. Ну вот, как я поняла, может быть, я ошибаюсь, что, но прему Вайкунха према и Галопа према, она приобретается, ну, как подарок от Нитья Сиддхи. How I understand, мне нужно перевести, иначе я там забуду. Вайкунха према и Галопа према can possible to obtain from the Сиддхи. Дальше. First we have to know Вайкунха према. Сначала нужно понять, что такое Вайкунха према. Что означает Вайкунха? Вайкунха, ну, это служение Господу Нараяне на различных планетах Вайкунхе, как я поняла. This is service to Lord Narayana on the different planets of Вайкунха. Yeah. Very nice. Да, очень хорошо. And who is the wife of Narayana? А как зовут супругу Нараяны? Лакшми. And what she is doing? И чем она занимается? Стопы ему массируют.
massaging his lotus feet. This is Vaikuntha prema. Вот это и есть Вайкунха према, любовь Вайкунхи. And in Braja prema, in Голока prema, Krishna is massaging the feet of Radha. А Braja prema или Голока prema – это когда Кришна массирует стопу Шримати Радхики. What you like? Вам, что вам больше нравится? А вот я и хотела спросить, у меня вопрос как раз в связи с этим. Я уже 10 лет мучаюсь над этим вопросом. А вопрос у меня следующий. Да-да. Да, значит, вопрос в связи с тем, что, как я поняла, что Галока Према, она изначально не присущая, то есть она не в сварупе как бы дживы, ну, как я понимаю, может быть, я здесь ошибаюсь. То есть сварупа дживы — это вечно служить, но настроение служения, оно передается через нити ситки, ну, как бы через гуру. Но вот все-таки выбор гуру, он как определяется? То есть вообще я не могу понять, что мне больше нравится, честно. Вот, поэтому, ну, да, и вопрос я сразу сформулирую, чтобы понятно было. The question, what is for your nature is better? Галока према or Вайкунха према? It's coming through guru. Means, if I choose someone as a guru, means, is this my nature, same nature. Right. То есть да. У меня вопрос в том, если мне настроение определенное не присуще, а идет от гуру как подарок, как у меня выбор гуру происходит? Все-таки это случайность, либо все-таки какая-то предрасположенность у дживы есть? А сначала я перевел духовному учителю, что, то есть, если джива не может определиться на уровне ума, в выборе Галока према, Вайкунха према, но уже такая джива выбрала гуру, то получается, это означает, что ее природа такая. Я спросил, что он сказал, да. Нет, я вот и не понимаю. Вот этот как раз важный для меня вопрос, очень важный. Природа дживы, она, то есть изначально дживе присуща? Или все-таки это у дживы нет природы, ну, в смысле, там, быть манджари, быть гопи, это идет как подарок от гуру, следовательно, ну, как бы, у меня подождите, природа просто... Подождите, я не могу так много запомнить, мне надо кусочками, иначе я ничего не переведу. А, actually, her question is common from the audience. She is asking, I have my eternal nature, according to Sarupa, or it's just given by guru? Nature is gifted by Radhika. Природа даруется Радикой. Because Vaikuntha, she cannot give. Vaikuntha, she not go Lakshmi there. А, да, она не дает, Шримати Радика не дает Вайкунху, потому что там Лакшми. And Lakshmi can give you Narayan. А Лакшми может дать тебе Нараяну. And Radhika can give you Krishna. А Радика может дать тебе Кришна прему. Who become for the friend horse? Который может стать нашим другом. For mother, baby. Для мамы сыном, маленьким сыном. And for lover. He never, you see that Krishna is Radhika is massaging the Krishna's feet. Always Krishna is massaging to Radhika. А для Любочки, то есть тот Кришна, который всегда массирует стопы Радхики. Right. Так ведь. Шрила Гурудев, because Radha always in Nitya, always in eternal world. Means... No. I'm telling to you, you are not understanding what I said to you. She's understanding. Mm-hmm. Our question making clear. Clear to you? Вам ясный ответ Шрила Гурудева? Нет, не ясно. У меня все-таки в другом вопрос. Я, наверное, неправильно сформулировала. No, sister, not clear. It not seems clear? I'm not. She thought it seems my question is not correct. I'm not. Vaikuntha means opulence. Vaikuntha означает богатство.
of the Lord, you can want to see, you can see in Vaikuntha. И если вы хотите увидеть Господа Бога, то вы увидите на Вайкунтхе. I say you the story. Я просто рассказываю общую историю. You imagine. Просто представьте. Путин. Например, Путин. It's very difficult to meet with. Трудно с ним лично. Путин likes to go to meet in a family. Пожалуйста, выключите все микрофоны, у кого еще не выключили. Ага. Путин. Путин, например. The wife want to see in the office of the Putin. Например, его жена захочет увидеться с ним в его офисе. С ним в его офисе. She cannot enter there. Она не сможет просто так туда попасть. She need permission to go there. Понадобится разрешение, чтобы войти. But same Putin, when he comes to his home, he relaxed in the home. Но тот же самый Путин, когда возвращается домой, он полностью расслабляется там. And when he relaxed, he wear the relaxed coat, clothes. In office he cannot relax clothes. He cannot do that. Он не может быть вольно одет, как сказать, то есть, например, расстегнуть верхние пуговицы рубашки в офисе, там быть строго одетым. Но когда дома, он может носить любую одежду, свободную одежду. And his grandchildren is catching the nose of Putin. И в этот момент, когда он приходит домой, его внук может схватить его за нос. And jumping on the head of Putin. И даже запрыгнуть ему на голову. But in the office, nobody come near to him. Но в офисе к нему и близко не подойдешь. Никто не может и близко подойти. All this stay very, very serious. Все там очень серьезны. Why? Почему? Because that is office. Потому что это офис. And the home. А дома? So who's the boss in the home? Кто в доме босс? Кто главный в доме? Not Putin. Не Путин. The wife of Putin. А жена Путина там главная. So there are two places. One is the home, one is the office. И поэтому есть дом, а есть офис. Это два разных места. One like to meet with him, Putin, in office. Некоторым нравится встречаться с Путиным в его офисе. And one like to meet with him home. А кто-то хочет встретиться с ним дома. One like to become servant of the wife to serve Putin's wife and the whole family of Putin. Кто-то захочет стать слугой жены Путина и служить всей семье. And one is in the office, but he cannot talk with him. А кто-то будет в офисе, но даже не сможет с ним поговорить. And he's a very personal person. His secretary want to enter in the home, he cannot enter there. If he's very top of the man, mm-hmm. of Putin, mm-hmm. he want to come to home to meet and talk with him, he need permission from the wife. То есть в офисе нужно будет получить разрешение секретаря Путина. Но даже самый большой человек в государстве, который рядом с Путиным, не сможет прийти в его дом без разрешения его жены. Right or not? Так или нет? Home is a different thing. Office is a different thing. То есть дом и офис — это разные места с разным настроением. Office is a serious thing. Home is a relaxing thing. Работа, то есть офис, это место серьезного, на серьезной напряженной работы, а дом — это место расслабления, отдыха. So the Krishna office is the Vaikuntha. Так вот, офис Кришны, где он работает, это Вайкунтха. And Голока is a home. Vrindavan is a home. А Голока или Вриндаван — это его дом.
You can stay whole life in the office, or you need the home to come and relax. Вы можете всю жизнь провести на работе в офисе с Нареной, либо быть дома. Different mode. Это разное настроение. Vrindavan mood is a different, and office mood, Narayan mood is a different. То есть настроение Вриндавана одно, а настроение Нараяны, то есть офис, это другое. One likes office mood. Ну, кому-то нравится настроение офисной работы. So many people are in office. Так много людей, которые работают в офисах. But less people in the home. Но очень немного дома проводят время. But very personal people are. Но именно дома люди наиболее личностные. Right. Так ведь? Понимаете? This is the difference between home and office. В этом разница между домом и офисом. This is the difference of Vaikuntha Prem and Goloka Prem. Вот в этом и разница между Вайкунтха Премой и Голока Премой. Now you clearly understand or not? Для вас ясна разница? Да, разница, я понимаю, но мне вообще очень. Плохо слышно вас, плохо слышно. Ваш голос, ваш голос плохо слышен, не ясно, что вы говорите. Вот может, эту... быть, написать? Я вот сейчас слышу, вот сейчас слышно. А, хорошо. Да, разницу я понимаю, как мне кажется, очень хорошо. Now I say you more difference. Сейчас я скажу еще больше разницу. Who goes to the office? He asks, "I need this. I need this." Тот, кто отправляется в офис, он говорит: "Я нуждаюсь в том или в этом. Мне нужно то или то." And who goes to the home? He has to work. He cannot ask. А дома нужно самому что-то делать, а не просить. Мади, ассистент. ये आपके गेट पे बाहर है बाहर गेट पे वो आपके मंदिर के परदेशी हैं वो जो वाला मुसलमान है उन दोनों के पैसे निकाल लिए हैं 10 12 माताओं से हंगामा हो रहा है दरवाजे पे हम नहीं जानते हैं बाहर के दोनों ना के कोई नहीं About more difference. About, I want to say even more difference. Office at home. Yes. Office at home. In office, we come in office asking. To ask. Yeah. I need this, I need this, I need this, your help. Home to bring, to give. And home, nothing to ask. То есть в офисе мы ожидаем, мы просим, мы ищем, чтобы что-то получить. А дома, дом – это то, куда мы приносим. Мы не просим там, не ожидаем. Clean the toilet. Кто там чистит туалет? Кто моет туалет? Clean the room. Кто моет комнаты? Serve the prasadam. Кто раздает прасадам? No. Food for them. То есть мы там сами все делаем. Готовим. Wash the plate. Моем по тарелке потом. Clean the clothes. Стираем одежды. Dry the clothes. Потом вешаем их сушить. All things what you possible have to do. Все, что вы можете, мы делаем, то есть все, что можно, мы делаем сами. Asking is a love or doing for in love is a love. Мы там просим любви или действуем в любви? I do for you is a love. I ask from you is a love. Сделать тебе что-то, сделать что-то для тебя – это любовь. Или просить у тебя что-то – это любовь. Understand? Понимаете разницу? What is love? Что такое любовь? Это вопрос, да? Да.
сделать счастливым объект своего как бы поклонения, своей любви. To make the object of my life happy. То есть любовь — это действие. Love means action. Yes. Да. That is devotion. И это преданность. Narayan we use like Amazon. А Narayan для нас он как Amazon. But I don't know in Russia is Amazon. 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 AliExpress. Wildberries. I order a new supply. То есть я заказываю, а Amazon мне предоставляет это. Devotion means if I have a love, I will serve for you. А преданность, то есть если у меня есть любовь, я отдам, я предоставлю тебе. What is the difference between Goloka and Vaikuntha? Understand? Теперь понимаете, какая разница между Голокой и Вайкунтхой? Да, понимаю. I love you till my Amazon is working, order and supply is coming to me. Я люблю вас или тебя, пока мой Amazon работает, то есть пока я могу заказывать и получать то, что я хочу. If not, then I will change the company. А если я не получу заказное, то я поменяю компанию. Understand? Понимаете? I will go from Russia to America. Например, я отправлюсь из России в Америку. Means big company Russia not satisfied me. No, then I will go to American. Да, то есть меня Россия не удовлетворила, не выполнила мои ожидания, поэтому отправлюсь в Америку. Then I will try to go in China, another company. А может в Китай или другую компанию? But servant has no other company. He is a servant. Love in action, devotion. Но для слуги не существует никаких других компаний. Для него есть только любовь и действие в преданности. They don't want anything. They want to give. Они ничего не хотят. Они хотят лишь дать. Understand? Понимаете? Thank you. Спасибо. Who's asking? Who's asking? I couldn't see. Oh. You stand and see. I understand. Turn and see. Why not seeing? You turn them in this and see who is asking question answer. Not to say that I don't see. Turn this and see. And answer that. Мадхури, это вы спрашивали, да? Нет, не Мадхури. Нет, это Марина Богомолова. Хорошо. Дидима. Хорошо. Дидима ask. Коша. Нет, Марина Богомолова. Я не знаю такого. Мадан Махини, вы спрашивали, да, вопрос? У вас что, меня не видно, да? Экран был повернут к Шиле Гурудеву, да, я не видел, кто спрашивал. А, да, голову. Я спрашиваю. Знакомый голос, но я не вспомнил, кто. Понятно. Мадан Махини from Новосибирск. Ask Коша. Yeah. Any more question? Difficult question? Пожалуйста, спрашивайте сложные вопросы. What is question? I don't like. Не люблю простые, глупые вопросы. Простые вопросы. Гурудев, скажите, пожалуйста. Гурудев, можно задать вопрос?
Мады. She asking, can I ask question? Yes. Да, спрашивайте. Говорят, ну как бы, писания говорят, что манджари выходят из тела Радхи. Это вечный манджари, Рупа Госвами там. It's written in Shastra, what, all manjari coming from the body of Shrimati Radhika. This is such manjari as Rupa manjari, Rati manjari. Right. Да, правильно. А вот манджари, которые вот мы приходим из материального мира, мы тоже потом выйдем из тела Радхи? Или мы как бы, у нас просто that, вот это духовное? That manjari who is sadhana, kripa siddhi, who come, who come in. They also coming from Shrimati Radhika. No manjaris are all sadhana siddha, kripa siddha. They are all kripa siddhas. Manjari is all mercy. Gift of the mercy. Sadhana siddha and nitya siddha, they are sakhis and gopis. Шрила Гурудев говорит, когда я упомянул крипа сиддхи, он сказал, все манджари крипа сиддхи. No, крипа сиддха is only manjaris. Шрила Гурудев говорит, что крипа сиддхи только манджари, то есть крипа сиддхи это только манджари. А садна сиди и нитя сиди – это саки и гопи. Yeah. He's a mercy of my Gurudev. Это милость моего Гурудева. I took the right shelter of my Gurudev, who is Radha Dasi. Я принял правильное прибежище у той личности, которая Radha Dasi, служанка Радхи. He's not interested in the office to work. Ему не интересна работа в офисе. He's only interested in the home to clean the pots. Ему интересна только работа в доме, там помыть горшки, например. Clean the toilets. Помыть туалет. Wash the clothes. Постирать одежду. And watching when some service will come for me. И ждать, когда еще появится служение. That is das. That is dasi. Вот это означает даси, служанка. Рады. А я все равно не поняла, как вот эти ситхи, которые мы, допустим, когда-то будем, допустим, мы выйдем из тоже из тела Радхи, как наша духовная форма, или все-таки наша духовная форма это уже какая-то она и существует? Your question is, Madhav is asking, in particular moment we are coming in also from Shrimati Radhika's body, or it's already exists? No. This is the kripa. Kripa. Это крипа, это милость. Nitya siddha, sadhana siddha, and kripa. Kripa is mercy. Есть нитя сиди, вечно совершенный, есть садхана сиди, достигший совершенства в результате духовной практики, а есть крипа сиди, по милости получившегося. Is a mercy. Это милость. That it happens in my life. Это то, что случилось в моей жизни. And somebody mercy comes, they don't reject it. Но некоторые отвергают милость, которая приходит. They don't understand quintessence. Они не понимают квинтэссенции. They don't know what is the highest. То есть они не знают, что есть высшее. Right, quintessence is highest. Yes, the best of the best. Best of the best. Quintessence означает высшее, то есть лучшее среди лучшего. You see, my sister understands immediately. Я вижу, что моя сестра, она понимает тут же. She is happy to clean the pot and clean the toilet than to be in the office. То есть она понимает, где счастье, что тут. Мыть горшки, стирать одежду, помыть туалет, а не в офисе сидеть. She is happy to eat the remnants of the leftover of the as a dasi, but she is not interested to
to eat in the big office, big lunch. She is interested to eat the leavens. И она такая служанка, счастлива вкушать остатки трапезы своей госпожи, а не быть в офисе, быть приглашенным за шведский стол с большим разнообразием, быть там боссом. Because in the home only we can eat leftover things of the bosses. Потому что в доме мы кушаем остатки тех, кому мы служим, наших боссов. Agree or not? Согласна? She has to agree. If she want to eat opponents, then she has to be in office. То есть вы хотите богатый шведский стол в офисе или дома? Вот выбор. What you like? Что вам нравится больше? Дома, дома. I like more at home. I like home. Но я спрашиваю мадам Махини, потому что она задала вопрос. Вам нравится где больше, в офисе или дома? А я еще не определилась, я думаю. She's telling, I'm still not choose. My God. And then office is good for you. Тогда, наверное, офис для вас лучше. This is не знаю. Я не знаю. Because you like opponents. Наверное, вам чтобы нравится богатство. You want to ask. Это вопрос сердца, это не интеллекта. Правильно, неправильно, как устроено. Это you просто к чему тянется. То есть вам нравится, если больше Амазон, а не любовь. Ну, хорошо. This is the kripa of mercy of my previous sanskara. From the margins. Для меня это просто милость, это самскары, то есть впечатление, полученное от общения с махаджанами в прошлых жизнях и в этой. 20 years, 10 years, 20 years, 10 лет, 30 лет. It will go fast, easily. Как быстрее двигаться? It's just a question of heart. It's not intellectual. It's just a question of the blockage of our mind and blockage of our heart. Шри Гурудев говорит, когда я сказал, что это вопрос, то, к чему тянется сердце, он говорит, да, это потому что если не повторять святое, не освободить сердце от внутренних препятствий, человек не может определиться. Сложно. Трудно выйти. Из этих препятствий. Буду пробовать самое трудное. Right. Сундарам. Сундарам так и. Я also go through that. Ну что, Сундарам тоже проходит через это. Или прошел. Only you can help me, Гурудев. Только вы ему не можете помочь, Гурудев. This is a, we create this blocking. Мы создали эти препятствия. And that has to change. Это то, что нужно изменить. When we join, it's gone. That time we don't know that. We know to find out the God. Например, когда мы присоединились как-то к Истхону, мы этого ничего не понимали. Мы просто хотели найти Бога. And we don't know that God can be love also. Мы тогда не знали, что Бог может быть любовью. The people say that God can give you everything. А люди говорили, Бог может дать тебе все. And when I start serving to him, he started giving many things to me. И когда стал ему служить, он стал мне многое давать. And that way he gives so much things that my nature is always to ask. И теперь, после того, как я так много получил от него, моя природа ожидать от него еще и еще. And I'm happy. He's giving me, and I'm asking him. Я счастлив от того, что он мне дает, я поэтому спрашиваю еще. I never bothered to serve him. Я никогда не беспокоюсь о том, чтобы служить ему, мне эта мысль не беспокоит. And I give not give energy for this. И я не отдаю энергию на это, на служение. No?
So, this way, Radhe, I'm in class, I'm in Russian class. After that, we will come there. Yeah. So, this asking and giving, he's so kind to give, and I'm very happy when he's giving. И поэтому он так, поскольку он так добр и все время дает, исполняет мои желания, я такой счастливый, то, что мне все дает. I'm blocking this. И я сам себя заблокировал этим состоянием. I say I'm chanting, I'm doing service, but I do the thing, what is my benefit. Я говорю, что я повторяю святое имя, я делаю что-то там еще при этом служении. На самом деле я все делаю для собственного блага. I never serve from the heart to clean the toilet. Я никогда не служил от сердца. Clean the parts. Не чистил туалет от сердца, не мыл посуду от сердца, не стирал одежды таким образом. Просто желаю от сердца сделать кого-то счастливым. It was easy for me to ask, and he gives. Ask and he gives. Это так легко для меня. Просто попросить, а он дает. And here, I no need to ask, and only 24/7 I have to work. А во Вриндаване я ничего не хочу просить. А я 24 часа на 7 я хочу просто давать, служить. I'm not foolish that I will change my idea. Я не такой глупый, чтобы отказываться от этого. I will keep Amazon with me. А, то есть это сейчас не продолжаю. То есть я не такой глупец, чтобы отказываться от Амазона, вот от этой идеи. Why I will go to home to serve? Зачем мне отправиться домой и служить там? I want to be with Вайкунхе. Я лучше буду на Вайкунхе. Right? Так? Рад. We need selfless desire. That is true. Нам нужно бескорыстное желание. В этом проявляется преданность. Или это преданность. Шил Гурудев, Вайкунха means very far, no close relationship. Without close relationship, no selfish desire. Поскольку Вайкунха — это место благовения, почтения, то большое расстояние между тем, кто любит, и того, кого любит, то есть Господом, и Слугой. Поэтому нету близких отношений. А если нет близких отношений, то нету желания отдать свое сердце, нет желания постоянно давать, служить, что-то сделать. Вот поэтому Амазон работает, другая система работает. А во Вриндаване все наоборот. Отношения очень близкие, сердечные, то есть все очень связаны отношениями такими глубокими. Поэтому такое естественное желание, как в семье. Мама хочет отдать своим детям, как недавно прямо приделилось, свое сердце, хоть кусочком отдать своим детям. Вот так вот. Это близкие отношения, это Вриндаван. Дамодар Прабу не появился? Говинда Махини. Хорошо. Была объявлена тема 89 стих Чирада Раса Суданидхи. Шрила Гурудев, it was announcement in Russian Radhadasam, but today will be Чирада Раса Суданидхи, verse 89. У нас до службы, до арати, извиняюсь, до арати осталось 15 минут. У нас просто из-за лета поменялось расписание. Today, Udhavi will share. He will explain also about the who reading, you reading, and he will explain and he translate. No?
Yeah, 11 is the class start. You and the sitting and explaining. Is Damodar there? No, Damodar is not there. Шилгурдев попросил Удову читать, а мне переводить. Сам или English, он будет ваш. I found much Кристина Ширада любит синий цвет. Браво Ринанда Сарасвати, комментарий Ананда Сарасвати. Эта книга написана Прабхавану Сарасвати Такуром, а комментарий Шрила Ананда Сарасвати Махараджа. О, Раде, will I see your smiling face when I tell you from where has your aversion to Krishna's enchanting bluish form come? While you're so attracted to the dark quarter of the moon, the Krishna Paksha, the fresh Kuvalya flower, a kind of blue lotus, the black antelope Krishna Sara, the Tamala tree that has some hue as Krishna, the blue rain cloud, and the Yamuna River, who is also named Krishna. And slowly. I will translate only when he will stop. This is system of work. One by one line I explain, then they will understand. Okay. It's not working. This system is not working. And very slow. One paragraph say, but say that he understand. No need to explain the whole subject. They go deep in the subject. This is missing. Oh, Radha, увижу ли я улыбку на твоем лице, когда скажу тебе, из-за чего ты ощущаешь такое отвращение? К пришедшей синеватой Кришна Пакши, свежему свитку Лая, синий лотос, черный дерево, что там много, синий луч, который тоже нравится Кришна, и вода, так же темно, как Сарасвати Прабхананда has been ironic. Здесь слова Прабхананда Сарасвати, они с иронией сказаны. Он произносит их с иронией. He's going to say something to Radha. Он собирается сказать кое-что Радхе. Точнее, она. Он means not he, I told she. She is, thank you. But she sees that Radha is smiling already. And когда она собирается сказать, она видит, что Радха уже улыбается. So what is she going to say to Radha? И что же она собирается сказать Радхе? She's going to say, Radha,
You tell me you don't like Krishna's blue. О, Рада, ты собираешься мне сказать, что тебе не нравится темный цвет Кришны? But синий, темно-синий цвет Кришны. But you like everything else that's blue. Но я вижу, как тебе все остальное синее нравится. You like the moon. You like the Kuvalia flower. Тебе нравится темная луна. Тебе нравится синий цветок лотоса Куалая. You like the black antelope and the tamala tree. Тебе нравится черная антилопа. Тебе нравится темное дерево тамал. You like the blue rain clouds. Тебе нравится темная грозовая туча. You like the Yamuna river. И тебе нравятся темные воды Ямуны. Why do you say you don't like Krishna's blue? Так почему же тебе не нравится, что тебе не нравится темно-синий Кришна? Ну, синий Кришна. And Radha is smiling. И Рада начинает улыбаться, слушает. So we know that she actually does like Krishna's blue, but she says she doesn't. Это означает, что на самом деле в сердце она любит этот синий цвет Кришны, но внешне она говорит нет. This is the play of love. Это называется игра любви. She says yes when she means no. She says no when she means yes. То есть, когда она говорит нет, означает да, а когда она говорит да, означает нет. So what does Ananda Das Babaji say? Итак, что говорит Ананда Дас Бабаджи Махарадж? Свамини is in a controlling mood. Свамини в контролирующем настроении. And orders Shyam to decorate her. И поэтому она приказывает Шьяме украсить ее. So Shyam goes out to pick flowers for this purpose. Поэтому или из-за этого Шьяма идет собирать цветы. When he returns to the arbor, to the kunj, и когда он возвращается в кунжу, he sees that Shrimati has somehow become angry. Он обнаружил, что Свамини почему-то разгневалась на него. Angry with him. And has turned her back on him. И отвернулась от него. Refusing to speak with him. Отказываясь разговаривать с ним. I have this from Ujjvala Nilamani. Далее идет из Nilamani. Из Ujjvala Nilamani. It says, цитата. Pranaya is the highest stage of mam. Итак, Ujjvala Nilamani говорит, праная — это высочайшая стадия ман. Causeless peak, causeless irritation is the vilasa vaibhav of pranaya. Беспричинное раздражение — это виласа вибава, то есть проявление доблести, пранаи. Means manifestation of prowess or talent. То есть проявление доблести. And continues Ujjvala Nilamani. The learned call peak with a cause the culmination of pranaya. Ученые называют раздражение с причиной кульминацией пранаи. In other words, the wise people say that this peak with a reason is the highest form of pranaya. То есть, как ученые люди и мудрые говорят, что вот это раздражение, имеющее причину, то есть достигающее своего пика, это и есть праная. It's a way of pleasing, it's a way of seducing. То есть это способ доставить радость. And so that's with a plan. And causeless peak, peak without a plan, is the manifestation of pranaya's prowess. И беспричинное раздражение, то есть раздражение — это ман, то, что называется ман, не беспричинное раздражение, проявление доблести пранаи. The learned, so the wise people, call causeless peak pranaya man. Ученые называют беспричинную раздражительность праная мана. So we're making the difference between peak with a cause, so irritation that I want to make, and peak without a cause, irritation that I don't want to make. Or то есть есть различие между раздражением или гневом, который имеет причину под собой, и когда нет причины. Peak with a cause
can be pacified through some. Раздражение с причиной можно умиротворить через само, примирение. Conciliation or appeasement. Или умиротворение. Беда, antagonism. Через беду, противостояние. Крия, exertion. Крия, напряжение. Нати, bowing down, humility. Нати, через смиренные поклоны. Дан, giving presents. Дана, дарение подарков. Апекша, indifference. Апекша, безразличие. And расантарасрия, taking shelter of another mood, changing mood. Раса антарашрая, принятие прибежища другого настроения. So if I annoy my lover with cause, with intentionally, then I can stop the annoyance in all these ways. То есть, если любящий нам человек находится в этом состоянии, то я могу это состояние раздражения, то есть я могу примирить этого человека, то есть привести в состояние умиротворения мира через вот эти способы, которые здесь упомянуты. I can fight, я могу войти в настроение сражения, то есть меня в чем-то обвиняют, я могу также обвинить. Or I can apologize. Или я могу попросить прощения. Or I can be humble. Или я могу смиренно склониться. I can give a gift. Подарить подарок. I can say I don't care. Или сказать, а мне это не заботит. Or I can change the mood. Или я могу поменять настроение. То есть all these ways to take away irritation that I've caused. Все это способы, как помочь человеку преодолеть состояние раздражения, гнева. But, says Prabhupada Sarasvati, causeless pick must go over by itself. Но, как ученые говорят, беспричительная раздражительность уходит сама по себе. This natural irritation has to disappear naturally. Поскольку она естественно появилась, также, естественно, должна сама и уйти. So now Babaji will explain. Далее Бабаджи объяснит. Кришна told Вишака. Кришна сказал Вишаке. О Саки, Радха and me were staying in a secret bower house on the bank of the Yamuna. О Саки, Радха и я были в тайной кунже на берегу Ямуны. When we suddenly became averse to each other. Как внезапно мы почувствовали раздражение друг к другу, точнее даже отвращение друг к другу. We became annoyed or angry with each other. То есть разгневались друг на друга. Automatically, spontaneously, naturally. Это естественно произошло. We sat with our backs towards each other. Сели спинами друг к другу, то есть отвернулись друг от друга. And we were both determined not to speak to one another. И преисполнились решимости не говорить друг с другом. We were both suffering from useless pique. И мы оба страдали от этого беспричинного раздражения. And causeless pique, I can add. И также можно добавить и causeless. Yes. Without cause. Without cause. Да, то есть беспричинное раздражение. There was no reason for this. То есть нет причин для этого раздражения. And I could not, so this is Krishna speaking still, I could not remain calm anymore. И Кришна продолжает, поэтому я не смог больше оставаться спокойным. So I cast my glance at a round pomegranate. Я взглянул на круглые гранаты. Which caused a slight smile to sprout on Radha's face. Что стало причиной роста улыбки на лице Радхи. And then when I picked up that fruit and held it, тогда, когда я собрал те плоды, she began to smile fully. И улыбка стала полна. And I said, Priya, you were the first one to laugh. Я сказал, Priya, ты первая улыбнулась. You broke your determination first. You were defeated. Ты первая прервала свою решимость. And smart, clever Radha says. Ты проиграла. Чи Радха? No. Очень разумная Радха ответила. No. You were the first. Нет, ты первая нарушила свою решимость.
to break the peak. Начал собирать эти плоды. By picking up this fruit. Этим сбором, то есть срыванием гранатов, ты проиграл. You have been defeated. Ты был побежден. And Prabhupada Sarasvati says, the course of peak is crooked like the course of a snake. И Прабхупада Сарасвати объясняет далее. Он говорит, что ход раздражения также искривлен, как ход змеи, то есть как, то, как движется змея, зигзагообразно. And this peak may appear with a cause or without a cause. И эта раздражительность может проявиться с причиной или без нее. So now Prabhupada Sarasvati has explained the two kinds of peak. Далее Прабхупада Сарасвати начинает объяснять эти два вида раздражительности, то есть мана. If we cause the peak, then we can also make it disappear with other games. Если у мана есть причина, то можно его прервать с помощью другой игры. But sometimes this irritation arises in our hearts, and it must disappear also naturally. Но иногда эта раздражительность сама по себе появляется в сердце, она также сама по себе должна и уйти. So now he continues and explains that today Swamini is angry for no reason. Сегодня Свамини разгневалась без причины. She has causeless peak. То есть сегодня ее гнев без причин. Shyamasundara requests the maid servant with his glances to help him with that peak. Shyamasundara взглядом просит служанку, то есть Радхадаси, помочь ему преодолеть это раздражение. And Shripad, so Prabhupada Sarasvati, in his kink reform, и Шрипада, Прабхупада Сарасвати, в своем образе кинкари, he says to Swamini, Radhe, why are you so averse to Shyamasundara himself? Обращается к Свами, Радхе, почему ты чувствуешь такое отвращение к своему Шрямасундаре? Why are you so angry when you love, when you are so fond of everything that is blue? Почему ты так разгневана в то время, как сама любишь все синее? Like the fresh rain cloud. Такое, как, например, свежая грозовая туча. The amala tree. Темное дерево тамала. The yamuna. Yamuna. The blue lotus flower. Синий лотос кувалая. And the black antelope. И черная олень, точнее антилопа, Кришнасара. Objects that are related to him either by name, color, form or attributes. Объекты, которые сходны с ним по имени, цвету, форме или по качеству. The dark lunar fortnight has the same name as Krishna. Ночь темной луны, лунной четверти имеет такое же название, как и Кришна. Тоже имя. And although people in general prefer the light fortnight, и хотя люди в основном предпочитают ночь светлой лунной четверти, Шримати loves the dark fortnight more. Шримати больше любила ночь темной лунной четверти. Of course, because it resembles Krishna. Потому что причина в Кришне. She is Radhika. Radhika. Top, Krishna's topmost worshipper. То есть та, кто является наилучшей поклоняющейся Кришне. So it is inevitable that she has to go out in the dark moonless night to meet Krishna. Поэтому это неизбежно, что она выходит на свидание с Кришной в ночь темной лунной четверти. The dark fortnight not only has the same name as Krishna. Эта ночь не только имеет такое же имя, как у Кришны. It is also the easiest time for her to secretly go out to Krishna. Но также для нее лучшим временем тайно выйти на свидание с ним. So beautiful, the dark night is the color of Krishna. Насколько это красиво. Вот темная лунная четверть, она темна, как Кришна. And it's the name of the time of day when she can go out and meet her. И также она называется Кришна Пакша, то есть носит его имя. The Kuvalaya lotus flowers have the same color. Лотосы Кувалая такого же цвета. Same color, softness. Также нежный. Loveliness. Прекрасный. Sweetness and fragrance. Сладкий и ароматный, как Кришна.
Therefore, they are very dear to Shrimati. Поэтому они очень дороги Шримати. And she always decorates her ears with them. И она всегда украшает ими свои уши. The Krishnara is a kind of black antelope. Кришнасара — это царь оленей, антилопа. That has the name and the same complexion as Krishna. И имеет такое же имя и цвет, как и Кришна. Their name can also be interpreted to mean. Его имя можно также интерпретировать следующим значением. They take Krishna to be the quintessence of everything. Он принял Кришну как сущность всего. Кришна Сара. Сара means essence. Yeah. Therefore, they are very dear to Sri Radhika. The antelope are very dear to us. Он принял Кришну как сущность всего, поэтому эти олени и лани также очень дороги Шри Радхике. So in summary, чтобы суммировать, the world is full of objects that resemble Krishna. То есть мир наполнен объектами, которые напоминают Кришну. Like any object of our love, she sees the object of her love in all objects of nature. Она видит объект своей любви Кришну во всех объектах природы. In the trees, в деревьях, in the flowers, в цветах, in the smells, the fragrance, в ароматах, in the water, в воде. Krishna is everywhere. Кришна повсюду. Because she loves him. Duck, sky at night. Duck, land. Потому что она его любит. So now Babaji goes on and explains. Итак, Бабаджи продолжает. Shrimati thinks. Shrimati думает. How blessed are these deer? Как же благословены эти антилопы? That they can give up everything when they hear Krishna playing his flute in the forest. Потому что они оставляют все, когда слышат его игру на флейте в лесу. And they can freely come close to him to listen to his flute playing and admire. Они свободно бегут к нему, послушать его игру и полюбоваться его очаровательной формой. And admire his enchanting form with goose pimples of loving ecstasy. При этом волоски на их коже встают дыбом от любовного экстаза. Even when the does, the baby deers, offer their loving tears as oblations to Krishna, their husbands do not become envious. Даже когда они предлагают Кришне свои слезы как жертвоприношение, их мужья не завидуют им. On the contrary, they are pleased to see that Krishna is made happy with us. Наоборот, они очень довольны, видят удовлетворение этим Кришне. So Shrimati Radhika is admiring the deer because they are free. Теперь Шримати Радика, она, как бы сказать, завидует, что ли, то есть она видит удачу этих ланей. They can express their love for Krishna everywhere and in many forms. Потому что они могут выражать свою любовь к Кришне. Whenever they want. Когда они хотят. And their husbands are not jealous. И их мужья рады, рады. Рады, рады. Good luck. Yeah, thank you so much. We'll be thinking of you. Yeah, I'll send you this picture. Good. То есть их мужья не препятствуют, а поддерживают их в этом. So Radhika is very envious of these deer. И поэтому она завидует этим оленям. Радика. What about the tamala tree? А что насчет дерева тамала? So Babaji says the tamala tree is very dear to Shrimati. Так, Бабаджи говорит, деревья тамала очень дороги Шримати. Because their luster reminds her of Krishna. Потому что их сияние напоминает ей Кришну. She says in Chaitanya Charitamrita, она говорит в Чайтанья Чаритамрите, I consider my birth to be a success. Я считаю свое рождение удачным. When I can be embraced by Krishna. Потому что была обнята Кришной. And I am immersed in that bliss. Я погружаюсь в то блаженство. When I embrace the tamala tree. Когда я обнимаю дерево тамала. When by chance Krishna and I are immersed in that bliss. Oops, sorry. When by chance Shrimati sees a fresh rain cloud.
Когда случайно Шримати видит грозовую тучу, she remembers Shyama's bodily luster. Она вспоминает сияние тела Шьямы. And she eagerly desires a pair of wings so that she can fly up to embrace it. И она страстно желает иметь пару крыльев, чтобы полететь и обнять ее. So now she continues to admire the things that remind her of Krishna. Она, то есть она продолжает выражать свою привязанность к тому, что напоминает ей ее Кришну. She dreams of being entwined in a tamala tree. Она обнимает дерево тамала и думает, что обнимает Кришну. And when the rain clouds come out that remind her of Krishna, she wants to fly up like a bird. И когда она видит темную тучу, она мечтает о том, чтобы обрести крылья, чтобы взлететь и обнять эту тучу. And now what about the Yamuna River? А теперь мы подходим к реке Ямуна. So Бабаджи says the Yamuna River is also named Krishna for its dark blue waters. И Бабаджи говорит, река Ямуна также носит имя Кришна, потому что ее воды темно-синего цвета. She is just like Krishna in name and complexion. Она похожа на Кришну именем и цветом. And therefore she is very dear to Shri Radhika. Поэтому она очень дорога Шри Радике. Her girlfriends always dress her in a blue sari and decorate her with bluish bangles. Ее подруги всегда одевают ее в синее сари и украшают ее синими браслетами. Bangles, eyeliner, musk drops, and so on. Тушью, точками мускуса и так далее. So she's also feeling strong connection with the Yamuna River. То есть она чувствует также сильную связь с Ямуной. But then, says Бабаджи, the course of love is so wonderful. И тут Бабаджи говорит, но ход любви очень изумителен. When Radhika becomes angry with Krishna, когда Радика гневается на Кришну, she doesn't want to hear or speak his name. Она не желает слушать. And she doesn't want to see any blue object that reminds her of him. Или произносить его имя. Но более того, она не желает также видеть какие бы то ни было объекты, которые могли бы напомнить ей о нем. So all these extraordinary, beautiful things in nature. То есть все эти удивительные, прекрасные предметы, то есть что-то, какие-то объекты природы. They become unpleasant to her, ugly to her. В этот момент становится тем, что вызывает ее гнев, то есть тем, что ей не нравится. When this peak comes up in her heart, when she becomes angry with Krishna. Так, в тот момент, когда она разгневана на Кришну. When Radhika becomes angry with her lover, the whole world becomes dark. И в тот момент, когда она разгневана на Кришну, весь мир становится темным. Everything is distasteful. Все становится невкусным. Everything is sad. Все ее расстраивает. The whole world is worthless. И весь мир бессмысленен, бесполезен. Now comes a long citation from Ujjvala Nilamani again. И дальше длинная цитата из Ujjvala Nilamani. When she hears the sound ka, когда она слышит звук ка, she blocks her ears with both hands. Она закрывает ладонями свои уши. And cries out, Jaimini, Jaimini. И кричит, Jaimini, Jaimini. That's the name of the sage who protects from thunderbolts. Имя святого, защищающего от ударов молнии. Feeling that the sound hit her like a thunderbolt. Считая этот звук подобным молнии. So when she's angry with Krishna, то есть когда она гневается на Кришну, always loving anger, not big anger, loving anger. Это любовный гнев. Like we become любовь. Like we become angry at the one we love because we love. Это вот когда мы гневаемся на кого-то из-за любви. And she hears the first syllable of his name, ka. И стоит ей услышать первый слог его имени Ка. And she covers her ears and says, no, no. Она закрывает свои уши. Нет, нет. She does not listen to topics about your attributes and names, although she may hear them. Она не слушает темы о твоих качествах и именах, хотя уже слышала их. She knows your form to be her enemy. Она считает твой образ своим врагом, твою форму. She doesn't speak with your friends anymore.
Она больше не говорит с твоими друзьями. So how shall I bring her to meet you? Поэтому как я могу привести ее сюда? She even takes off her blue sari. Она даже отбросила свои синие сари. She takes off her blue bangles and her sapphire necklace. Свои синие браслеты и свои сапфировые ожерелье. All of which remind her of you. Все эти вещи напоминают ей о тебе, своим цветом. And she changes them for ivory bangles, a pearl necklace, and a red sari. И меняет их на браслеты из слоновой кости, жемчужное ожерелье и на красное сари. She removes the blue musk pictures that were drawn on her breast. Она вытерла узоры из синего муска со своей груди. The musk tilak drawn on her forehead. Тилак из муска со своего лба. And the blue eyeliner. И синюю тушь со своих глаз. Painted around her eyes. И заменила все эти украшения сандаловой пасты. And replaces all of these with decorations of white sandal. Yep. On her beautiful chin is a drop of musk. На ее прекрасном чин, which resembles a sleeping На ее прекрасном подбородке точка мускуса напоминает спящего шмеля. The beautiful girl paints some sandal paste over it. Она замазывает это сандаловой пастой на светлого цвета. With the end of a straw. When she sees a cloud in the sky, а когда она видит тучу, she puts up an umbrella. Она закрывается зонтиком. And she will not go to see her girlfriend Shyamala. И она не идет больше увидеться со своей подругой Шьямалой. Because her name reminds her of your name. Потому что ее имя напоминает твое имя. My God. She whitewashes the tamala tree. Она побелила деревья тамала. And she stays away from the peacocks. И держится подальше от павлинов. Whose feathers remind her of Krishna's crest. Чьи перья напоминают ей его грудь. Seeing a black bee at the base of a kampaka tree. Why this girl is remind her the breast of Krishna? The blue tree? My color, yeah, because pink color also. Even it's different, but all black. All black, the black color on the chest. So then she saw a black bee at the base of the champaka tree. Видишь шмеля у основания дерева чампака? Это удачливая девушка. And she and the fortunate girl becomes scared. Расстраивается, глаза наполняются слезами. And her eyes become filled with tears. Seeing the black spot of musk on her chin, she smashes the mirror. Видя черное пятно мускуса на лбу, which then with chin or cheek, chin. И видя черную точку мускуса на своем подбородке, она разбивает зеркало, которое разбивается на сотни, разлетается на сотни осколков. Break into 100 pieces. When there is now, Babaji comes and explains. Далее Бабаджи объясняет. When there is cause for pique, когда присутствует раздражение с причины, то есть когда у раздражения есть причина. And when such pique is hard to break, и это раздражение сложно умиротворить. Then Radhika may show such feelings of remorse. Тогда Радика показывает чувство раскаяния. Feeling miserable when she sees objects that remind her of Krishna. Ощущает страдание из-за того, что видит все те объекты, которые напоминают ей о Кришне. But today she's angry for no reason. Но сегодня она гневается без причины. In other words, this is a case of causeless pique. То есть беспричинный гнев. So she sits down. Поэтому она садится. So feeling aversion towards Krishna alone. Ощущая отвращение к Кришне. She doesn't know why. И она не знает почему. It comes from her heart like the anger. Это просто пришло из сердца и все. The maid servants say, "O Radhe, why are you so averse to Mohan, Shyam?" И служанка спрашивает: "О Радхе, почему ты чувствуешь такое отвращение к Мохане?" While you're so fond of everything that reminds you of him, в то время как сама
столь привязана ко всему тому, что напоминает тебе его. The maidservant purposely, the maidservant purposely uses the name Mohan to remind Swamini of the fact that she's always enchanted by his sweetness and beauty. Служанка специально использует имя Мохана для того, чтобы напомнить Свамини о том факте, что она всегда очарована его сладостью и красотой. They say, Swamini, how long can you maintain your peak towards Mohan? То есть служанка продолжает, Свамини, как долго ты будешь сохранять свое раздражение к Мохану? But now Бабаджи explains. И сейчас Бабаджи объясняет. The key. Ключевое, так сказать, объяснение. Actually, he says, these feelings of mani. В действительности эти чувства маны simply serve to increase and to renew Rasamaya, Govinda's sweet love for Radhika. Служит увеличению и обновлению сладкой любви Расамаи Говинды к Радике. And vice versa. И наоборот. And vice versa. Shri Rupa Goswami defines man as follows in Ujjvala Nilam. Шрила Рупа Госвами дает определение маны like Ujjvala Nilam следующим образом. You like Kidri? You like it, right? No, thank you. Thank you. When Sneha becomes more advanced and shows ever fresh sweetness and crookedness, it is called man. Когда снеха становится более продвинутым и проявляет в себя свежую сладость и лукавость, тогда она называется ман. Ман. This crookedness, эта лукавость, is actually a very, very desirable thing. Или раздражение, на самом деле, очень желанно. Just as when snake that is made of sugar candy does not emit any poison, but tastes very sweet instead. Подобно змее, сделанной из леденца, такая змея не злобна и не ядовита, а напротив, очень сладка. What does crookedness mean? Что значит это лукавость? It means that it comes and goes in an unexpected way. То есть она движется, это чувство движется неожиданно, то есть не так, как ожидает, нелогично. That the emotions, the bhav, moves back and forth in a way we can't predict. То есть бхавы, настроение приходят, развиваются так, как невозможно предсказать. Бхав not feeling. То есть Шри Гурудев поправляет, говорит, лучше говорить не бала, а чувство. Это чувство, оно приходит неожиданно, непредсказуемо. When this peak is causeless, и когда это раздражение беспричинно, it comes from our deepest, the deepest part of our hearts. Это приходит из самой глубины сердца. And our reaction to it comes from the deepest part of our heart. И ответная реакция также приходит из глубины сердца. So all these reactions of Radhika, covering over the pictures and putting the umbrella and smashing. I want to close the door. Thank you. All the reactions come from the deepest part of our heart. То есть все ответные чувства также рождаются из глубины сердца. So now we're continuing with Ujjvala Nilamani. Так мы продолжаем читать из Ujjvala Nilamani. When Swamini hears her maidservant's words, когда Свамини слышит такие слова от своей служанки, she shows a slight bud-like smile. У нее появляется такой намек на улыбку, подобно еще не цветку распустившемуся, но бутону. This is the irony. She's being ironic. Yes. И в этот момент эта улыбка, это ирония Шримати Радхики. She's completely angry at Krishna. То есть она полностью раздражена Кришной. But, but from inside this peak comes a loving smile. И изнутри сердца вот это ее раздражительность, ее гнев Кришны, он проявляется в форме такой легкой улыбки. Because she knows that when the episode is over,
Потому что она знает, как только этот момент, вот этот эпизод завершится, the love will be even greater. То любовь будет еще более сильная. And completely new. И она будет обновленной. Чувства это будут более, они будут обновленными. So Rupa Goswami continues. Итак, Рупа Госвами продолжает. Мантра Нагривана. Her peak is gone. Right after the smile. Ее раздражение уходит. Now the maidservant can relish the sweet meeting of the divine couple. И сейчас служанка может насладиться сладостью свидания божественной четы. Just imagine what the maidservants were feeling. Только представьте, что служанка испытывает, какие чувства она испытывает. So worried, so upset with her. Она так обеспокоена. Так... And now they see the smile coming. И теперь она видит, как появляется улыбка на лице Шримати Радхики. And their pleasure comes too. И это дарует ей наслаждение. And now Rupa Goswami continues and concludes. Далее Рупа Госвами продолжает и уже мы подходим к завершению комментария. О Шри Кришна, Прамодини. О Шри Кришна, Прамодини. In other words, Радика, who gives pleasure to Krishna. То есть Радика, которая доставляет Кришне наслаждение, Прамоду. I see that you very much like to see the dark nights. Я вижу, что тебе очень нравится видеть тьму. The bluish безлунной ночи. The bluish luster of the fresh Кувалья flower. Синеватое сияние цветов Кувалая. The shining of the Krishnasara, Krishnasara deer and the young Tamala. Сияние оленя Кришнасары и молодого дерева Тамала. You love to hear the two syllables. Ты любишь слушать два слога Кришна. That form one of the names of the Yamuna. Который является формой одного из имен Имуны. You love the dark blue waters. И ты любишь ее темные воды. Oh, youthful lady love. О, юная возлюбленная. You stand there staring at the blackish splendor of the water. Ты стоишь здесь, смотря на темно-синие воды. Then tell me, why do I see you? You're so adverse to Krishna's blackish throne. Тогда скажи мне, почему же тогда я вижу это темно, это твое сильное отвращение к темной форме самого Кришны. Prabhupada says, will I see your smiling face after you hear these joking words? Prabhupada говорит, увижу ли я улыбку на твоем лице, когда ты услышишь эти шутливые слова? So when the pique is gone, и когда раздражение уходит, the love for Krishna is reborn stronger. И любовь к Кришне обновляется, перерождается сильнее. And Krishna's love for Radha is reborn and stronger. И любовь к Кришне становится сильнее, она тоже обновляется. But now Radhika also opens her eyes again to the nature around her. И теперь вновь Радика открывает свои глаза и смотрит на окружающую природу. And all the beauty that she covered up. И вся красота. In order not to think of Krishna. От которой он отказывался, чтобы не думать о Кришне. It becomes new. And more beautiful as well. Теперь все это становится более красивым, более прекрасным для меня. There we end the commentary. Так мы завершили читать комментарий на Свободный Махарадж к этому стиху. And one thing I want to say that she is teaching us how she is one pointed to Krishna. И сейчас, что Гурдев говорит, я хочу добавить, она учит нас, как быть полусредоточным. Она сосредоточена полностью на Кришне. This is the meaning of one point. В этом смысл целенаправленности. I will love you and fight with you. Я люблю тебя, и я сражаюсь с тобой. And only I will think for you. Но я думаю только о тебе. But I will fight you also. Но я буду с тобой сражаться. That is quintessence of life. Это квинтэссенция. And she teaches to her Manjari how you have to develop this
quintessence of love in your life. И она так учит своих манджари, как развить эту квинтэссенцию в своей жизни. Да, всегда. She is the teacher. Она учитель. And the dasi of her is also our guru. А ее даси наша гуру. Because our guru practiced with Radharani to know the quintessence of love. Потому что one point is not the scared love. Потому что потому что наш учитель как даси учится этому Шримати Радхе, как быть полностью сосредоточенным, а не так, что любовь она расстроена на множество объектов. Спасибо большое за перевод Рады Чаран. Спасибо, Удова Прабу. Ответили сегодня на мой вопрос. Удова Прабу. Спасибо большое за его комментарии и объяснения. Спасибо, Гурудеву. Рады, рады. Удавджи will explain, read and explain, and you translate. Шри Гурудев говорит, следующий русский зум, после этого будет проходить в таком порядке. Удав будет читать, я буду переводить. And I want that all come with the picture, I will see them. И Шри Гурудев хочет всех вас видеть. If not, then I will not join this class. А если вы не будете показывать свои лица, будете закрывать, выключать камеры, я не буду появляться на Zoom. And all old devotees who are joining before they all have to come. И все преданные, которые прежде присоединились, то есть те, кто те, кто уже давно со мной, я хочу, чтобы они все приходили. This is the only way we can change and develop ourselves. Of this life, we can change our real life, useful, making useful to the life. Это единственный способ, как мы можем поменять свою жизнь, сделать ее полезной. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады.